Еще 16 юных жителей городского округа Люберцы, которым исполнилось 14 лет, стали полноправными гражданами страны. В торжественной обстановке свой первый взрослый документ получили ученики 28-й школы. Эти девушки и юноши – волонтеры и активисты движения «Первых». Вместе с паспортом каждому школьнику вручили экземпляр Конституции России, а также поздравительное письмо главы городского округа Люберцы. Церемония была приурочена ко Всемирному дню космонавтики и авиации, который отмечается 12 апреля. Первый шаг во взрослую жизнь, в первую очередь, это не, как может показаться, открытые двери и снятие каких-то ограничений. Конечно, это дополнительная ответственность. Вы должны понимать, что к вам относятся с этого момента как к взрослому гражданину, как к человеку, который полноправно исполняет обязанности гражданина Российской Федерации, знает его законы, чтит, уважает свою родину, историю,